Здравствуйте, дорогие грибники, гуляя по осеннему лесу. Мы вот набрали уже почти полную корзинку разных грибов, но в основном все это грибы для того, чтобы их сушить. Но всегда хочется иметь соленые грибы, и один из самых лучших для меня вот лично грибов для засолки является грусть. Вот. В наших местах, к сожалению, водятся в основном только вот черные грузди. И очень-очень-очень редко встречаются желтые или белые. Но это очень редко. А в основном вот черные грузди, имеет он вот такой вот вид. Вот. И в простонародье мы их зовем подорешным. Потому что где растет орешник, его очень часто можно встретить с большими слоями и набрать сразу много. Но здесь вот лес такой смешанный. И он тоже здесь немножко вот растет. И сейчас обязательно я их соберу. Дело в том, что эти грибы при засолке приобретают такой красивый оливковый цвет. Вот. Они очень крепкие и вкусные. Их можно соленые есть со сметаной. Это тоже такое получается деликатесное блюдо. Но рекомендую. Очень хорошо солятся, но надо обязательно довольно-таки длительно их отваривать, поскольку при... У них есть такое, выступает молочко при срезе, когда вот здесь вот. И они имеют это молочко, горьковатый вкус. Естественно, их нельзя есть тут же отваренными. Или надо варить довольно-таки-то долго. Вот. Но когда их уже засолишь, то вкус имеет очень... Гриб очень вкусный, поэтому всегда мы его берем. Этот гриб. Желаю и вам тоже... Этот мимо этого гриба никогда не проходить. Обычно раньше мы солили их целыми большими баками и за зиму все съедали. Вот, потому что гриб очень вкусный.